И всем хала, ребята, с вами Коля, вы на канале Random Short. И сегодня мы будем продолжать прохождение игры Растения против зомби. И прошлый ролик набрал 3 дизлайка. Это все аккаунты BlazeMeta, но ладно, на это посрём пока что. Там уже я про него уже ролик сниму, ладно, потом. В общем, так сказать, я недавно познакомился с интересным ютубером Ромео Джульет. Сейчас вы увидите его аватарку на экране. На самом деле, хороший блогер, так сказать, коллега по цеху. Особенно то, что он проходит растения против зомби. Это мне очень нравится, тем более я на него недавно наткнулся. Буду пересматривать все его старые и новые выпуски. Ну что ж, сегодня мы завершаем прохождение. Сегодня у нас Special Day. Это ваш дом, Random Short. По-моему, здесь только музыка играет, как я слышу. Черт, уже погнали. Картошку мы сюда, кстати, давно картошку не убрали. Тебе сюда. Вишневку сохраним. Вишневку не сохраним. Надо было в другое место стоять. Так, окей. Иди сюда гороха. Поставим сюда этого. Так, я не хочу вначале тратить газонокосилки, поэтому будем ставить так. Сюда свеклу. Эту вишневку уж точно сохраним. Сюда тебя. Что? Как это тут бабахнул? ВТФ. Как это произошло, я не знаю, но ладно. Бывает. Так, сюда мы горохострелы ставим. Я попробую громче говорить в микрофон, потому что меня в прошлом ролике вообще практически слышно не было. Поэтому я попробую говорить именно вот так вот и почти на веб-камеру не смотреть. Хотя, я думаю, вам будет хорошо это слышно на самом деле. Так, сюда, наверное, орех поставим. Картошку, простите. Всегда забываю то раньше... Орех называл картошкой, то теперь картошку орехом. Феномен картошки. Феномен ореховой картошки. Ладно. Бывает. Я надеюсь, я не буду переигрывать этот уровень, но так как здесь, как бы, в принципе-то переигрывать нечего. Так. Да. Скорострельчик. Свеклу. Пожалуй, куда-нибудь сюда. Сейчас этот добежит. Писюн. И мы его взорвем. Идеально. Просто идеал. Так. Сейчас сюда вот эти. Почему у меня одна картошка? Ой. Сорян, это я случайно. Сюда это, сюда это. Все. Ну, в принципе, нормально. Так, что у нас тут еще? А, так, ладно, это сохраню. У нас уже скоро волна будет. Tricked out. А, да. Совсем забыл. Вот я совсем забыл. Мустэш. В смысле? Мустэш, все. И фьючер. Почему на заднем плане играет музыка из зомбота? Нет, серьезно. Нет, я просто очень хорошо разбираюсь в ПВЗ и музыка из зомбота. Как там? Зомбот вроде ост, что-то такое. Но... Причем здесь зомбот? Так, ладно. Да, все. Опять же, вот этот АЕУЕ. Кто знает азербайджанский, переведите, пожалуйста. Не в обиду. Не в обидку. Так. Живуна нам. Нам нужен живун. Так, тут... Сюда этого. Да, все, идеально. Идеал. Блин, я совсем забыл про могилы. Я, как обычно, забываю все. И потом еще монтирую. Извините, кстати говоря, за прошлый ролик. За то, что там я даже и интро не вставил. И аутро не сделал. Я, короче, просто все позабывал нафиг. И просто... Мне хотелось побыстрее выпустить ролик. В этот раз я не забуду ни интро, ни аутро. Ничего я не забуду. Ни аватарку.
Я, наверное, все-таки аватарку больше люблю делать, чем ролики снимать. Нет, серьезно, аватарки прикольно делать. А вот ролики снимать это уже дело вкуса. Какого хрена я туда чемпера поставил? Так, сюда свеклу. Я понял, короче, в чем прикол этой свеклы. Она 3x3 взрывается. Это хорошо. Ну, то есть так же, как вишневка, вот, например, вот сейчас. Бабах, и вот здесь вот тоже зомби был. Но он, правда, сдох побыстрее. Ладно, пофигу. Сейчас, блин. Так, сейчас вот если это бомбанет, здесь обязательно вырастет могила. И нам нужно это сделать, потому что она вырастает. Вот, да, я говорил. Сейчас она и здесь вырастет. Она, короче, вот это должно место обрасти. Вот сюда вот не должна заходить. Сейчас бабахнем здесь. А, она этот, еще и растение убирает. Просто идеально, просто офигенно. Да вы издеваетесь, fuck you, быстрее, давайте живунов. Я хочу сделать full size. Of jumpers. Of course. Да. Я, кстати, не знаю, скорее всего, будут небольшие проблемы с вебкой, но она врубится где-то на середине, потому что там делается какой-то стоп-кадр или что, я просто так и не разобрался, как это исправить. В общем, там делается стоп-кадр, и дальше уже просто запись, она останавливается на минуту где-то, и потом продолжается. Но в прошлом ролике там уже она еще шла. Да. Но, опять же, с лагами. Я не хочу, чтобы еще раз лаги были, поэтому, скорее всего, это будет последний выпуск с вебкой. Да. Зачем я ее покупал, называется? Такс. Ну, финальная волна. Чё, ребят, tricked out? Или попробуем без? Попробую без tricked out. Сюда этого. Так, чё, где еще? Сюда и тебя. Тебя вот сюда. Сюда вот тебя. Тебя мы сюда. Сюда вот тебя. А сюда мы не тебя. Так, сюда бабахаем. Сюда мы впахаем. Да. Не обращайте внимания на то, что я несу сейчас. Бред какой-то. Да черт возьми. Можно побыстрее? Давай вишневку. Вишневку сказал быстрее, а не гороха. Во, все, идеально. И мы получаем споровик. Идеально. Кстати, ребят, как вы думаете, какие растения будут дальше? Напишите, пожалуйста, в комментариях, хотя до этого момента точно никто не досмотрит, потому что мои ролики никто не смотрит, а особенно до середины где-то. Средняя длительность просмотра видео это 8 минут. Это видео будет длиться как раз, я думаю, 8 минут, но досмотрит до середины, до 4 минут, а может даже просто включит запись и уйдет нафиг. Стреляет спорами во врагов. Ну все, наконец-то ночь. Бля-бля-бля, солнце там, что там про солнце. Вот ты и газетчик. Ну, ладно, Special Day на этом закончен. Все. Ну что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. С вами был Коля на канале Random Short. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, заходите в Blaze Meta. Всем удачи и пока.